Всем привет, меня зовут Вика Соловейкина, и сегодня мы разберем front transition. Вообще, часто, когда люди учат фронт и забывают переводить кайт вперед, то считают, что было бы проще сразу учить его в transition, но это, конечно, не так. На transition, в принципе, не так просто сохранять тягу и приземлять, поэтому можно создавать дополнительную тягу с помощью кайт-лупа на приземлении. Хотя, как бы по идее, это значит, что не хватило техники для правильного прыжка. Перед тем, как пробовать фронт транзишн, нужно уметь делать фронт с переводом кайта и прямой прыжок с сменой направления движения. В транзишн важно именно сохранение натяжения строп и тяги в кайте, поэтому я не перевожу кайт одним движением назад. Я делаю три движения на планке, перевожу кайт назад. Как только кайт подходит к 12, перевожу коротким движением вперед, чтобы кайт просто остановился, по сути, на 12, и потом под приземление опять назад. В идеале во время прыжка кайт будет стоять на 12. Тогда прыжок будет вертикальным, а вращение не будет сбиваться. Итак, перед прыжком поставьте кайт чуть повыше, резко переводите кайт на 12. Как только он подходит к 12, остановите кайт и подтяните планку к себе. Одновременно с этим начинайте прыжок. Разгонитесь, поставьте доску на ребро и сядьте на заднюю ногу. Толкайтесь с задней ноги. Но при этом на отталкивании, чтобы начать вращение, согните переднюю ногу и посмотрите назад. После этого согните заднюю ногу и держите группировку. Так будет больше контроля над скоростью вращения и выглядит со стороны это получше. После того, как закончилось вращение, разгруппируйтесь и готовьтесь к приземлению. Переводите кайт в сторону, куда хотите поехать. Старайтесь сначала приземляться на корму, а нос доски направляйте на кайт, вниз по ветру. Если не хватает тяги, то прокрутите кайт-луп.